Today we have last satsang here. И сегодня у нас завершающий сатсанг здесь, в Москве. And then tomorrow from Sochi we start. И завтра начнется Сочи. Then, кто хочет задать вопросы? Это нормально, что у вас не Just it's about the effect of meditation. Sometimes memory come and memory about some people. But for her it's not like this. It's not coming while the meditation, it's coming after meditation when she goes to sleep. Like night time sleeping and all this memory and these people come in the dream. Is it normal? When you doing meditation, sometime happen, nothing happened there. Иногда во время медитации для вас ничего не происходит. You feel very normal. Но вы чувствуете, вот, как будто бы нормально все, ничего необычного. Like you did 1 hour meditation and no anything happened. Вот, мы час сидели в медитации и ничего не произошло, не изменилось. But sometimes when you not doing meditation and suppose morning you did meditation, maybe can affect in daytime, work time, eating time, or sleep, any time can happen. И вот так бывает, что, например, или вечером, или во время сна, или в другое время. Mostly meditation means should be relaxed. Медитация, значение ее в основном заключается в расслаблении. When you are very relaxed, then energy proper works. Только тогда энергия правильно работает. Many time happen when you doing meditation, you more tense. В действительности иногда бывает обратная ситуация, когда вы в медитации, вы еще больше напряжены, чем обычно. Your focus want to know what's going on, what will happen. Ты все время думаешь о том, что вот сейчас нужно сделать, или что сейчас произойдет, а что я получу, и вот так все время. So your mind is busy with this, looking what will happen. И он просто занят вот тем, что выискивает, где будет этот эффект, какой же он сегодня будет. So many time happened, that time not happened anything. И обычно вот в таких ситуациях ничего не происходит. But when you did meditation, some energy sure wake up. Но поскольку ты сделал уже практику, какая-то энергия пробудилась однозначно. So whenever in daytime you not thinking, you very present, very relaxed. That time energy, whatever you wake up, is working. И тогда в любой момент времени за весь день, когда бы ты не была очень глубоко расслаблена и ум не очень сильный, вот в тот момент эта энергия, пробужденная в медитации, будет работать. But this is effect of you did before meditation. Но это как раз и результат медитации, которую ты сделала накануне. Maybe sleeping time, you very relaxed. Может быть, вот ночью ты очень расслаблена. Mostly people when going in sleep is relaxed. Обычно люди, когда засыпают, они расслабляются глубже. So morning maybe you did or evening you did meditation, but sleep time you relax, that time energy is working start. Неважно, утром ты или вечером сделала практику, вот ночью ты очень глубоко расслабилась, и в этот момент как раз начнет работать энергия, пробужденная в практиках. So meditation means really just be relaxed after in end. Don't do anything, don't want to see anything, just like you are not. Это вот медитация значит, что в конце нее ты ничего не ждешь, ни к чему не готовишься, ничего не ищешь. Просто обычно расслабленно и вот. When you are very relaxed, mind almost is not there, almost very quiet, then energy straight going in center. Потому что в ситуации с глубоким расслаблением ума почти нет, он очень такой тончайший, и вы легко погружаетесь, приближаетесь к своему центру. When you want to do anything, want to look anything, then energy is busy with in outside. Когда вы хотите чего-то достичь или ищете какого-то результата, ум, вот, энергия, они заняты, они на периферии находятся. So I
say when you do meditation, whatever techniques do, and then last 15 minutes totally like a dead. И вот поэтому во всех практиках вы какое-то время что-то делаете в медитации, да, а в конце, в последнее, вы не делаете ничего, вы лежите с равно мертвое тело. Like you are no more, nothing, just dead body. Как будто вы ничто, вас больше нет, как будто вы умерли и ваше тело мертвое лежит. Because dead body is very totally relaxed. Потому что именно после смерти тело тотально расслаблено. No doing anything, no thinking anything. Ничего не делать не нужно, ни о чем думать. No past, no future. Нет никакого прошлого, никакого будущего. Then you are present. И тогда вы просто настоящий. Whenever you are here, present, then energy proper working wherever energy has to go and work in you. И вот в тот момент, когда вы здесь и сейчас, в этом мгновении, энергия работает правильно. Где бы ей нужно было провести работу с вами, она там. So maybe sleep time. Может быть, во сне. You going in sleep, maybe you very relaxed, and then you looking up, energy is like is working start. Ты очень расслабилась, и вот энергия начинает двигаться внутри и работать. This can happen. Maybe in meditation you do morning, meditation you do evening, maybe in office, you while working, maybe there you feel something happening start. Действительно так бывает. Или утром вы практиковали, или вечером, а вдруг днем, например, какой-то эффект, что-то начинает происходить. Maybe you very relaxed. Может быть, в какой-то момент расслабились неожиданно. Just going walking without reason. Или просто пошли гулять без какой-либо причины. Or anything you do when you not have reason, just to relax. Или просто вот как-то, что бы то вы ни делали, что приносит вам расслабление, или просто без какой-либо причины это случилось. Then in meditation, whatever energy is wake up, that moment is working. И вот в этот мгновение как раз и будет работать та энергия, которая была пробуждена во время практики. That I say sometimes you do meditation, maybe in meditation no feel anything, but maybe after you feel. Вот почему иногда во время медитации вы ничего не чувствуете, как будто ничего не случилось, а вот потом начинает происходить. But this is also result of that meditation. Знаете, что это все равно, это результат вот медитации. More question? Другие вопросы? Уважаемый Сандарши, у меня такой немного личный вопрос. Я хочу уволиться с работы, которая мне уже надоела, я уже не могу заставлять себя делать нелюбимую работу. То есть выгорание произошло. Вот, и профессиональный. It's just personal question about the one to leave this job. And because he can't push himself again and again to go there to do these things, he's fed up. And also he would like to exchange there even the character of his doing, you know, his job, another maybe sphere, another direction of the job. Ну я еще не хочу перейти, так чтобы она им меня удовлетворяла, и, собственно говоря, я хочу уволиться все равно никуда. Не знаю, как этот шаг сделать, потому что вот во мне борется то, что я уже должен уйти, и то, что я должен работать, чтобы зарабатывать. Ну, как бы вот я не могу этот шаг сделать, или мне надо как-то в этом направить. He didn't find the way he would like to go, but and something inside him fighting with the child, because he who take care of the family, for example, yes, and now he would like to leave the job, like what, this knowing, this unknowing, he doesn't know where to go, how to do it, and you see, one part is like this, and another part is like how you go, you know, just because you need to take money. For living, for everything, and he would like to find the job, obviously, which he, how to, what can help to him to make this step, to step in a to unknown. And he
responsible about family. У тебя еще семья, да? Ты ответственный за семью? Да. Yes. And he need money also. И у тебя нужны деньги, да? You're not totally alone. Ты же не один. So then you have to think about them also. Тебе придется думать о них тоже. If you are alone, I say, okay, leave it. Если бы ты был один, я сказал, да, бросай это все. And go in unknown, open to you. И посмотри, что существование приготовило для тебя. But if you, now you leave, and you don't have next other job, maybe you... И не знаешь, то есть другой работы еще не случилось, и хочешь это покинуть, то можешь остаться. You also need money, but if you have more family, 1, 2, 4 people, then much more responsible. Ты уже, даже если один, тебе нужны деньги, да, чтобы себя обеспечить. А если у тебя еще один, там 4 человека в семье, тебе нужно еще о них позаботиться, но для них деньги нужны. I say you, okay, look the other job, which you like, when you like, find. Then okay, leave this one. И я тебе скажу, что ищи ту работу, которая тебе понравится и даст тебе. That means this is not you just leave the job and sit. И полная сдача это не значит, что вы бросаете свою работу и сидите. Maybe he want you should be job. Может быть, существование хочет, чтобы вы работали. You have body, you have mind, use this. У вас есть тело, у вас ум, используйте его. And take care about yourself and take care about your connected. Заботьтесь о себе и о людях, которые с вами связаны. But it's okay if you don't like, don't feel good in this job, this is not your nature. So look your nature, which job you can feel joy. Но если вам не нравится, не подходит эта работа, ну да, можете поискать другую, которая соответствует вашей природе. And which day you get job, then this old job you can leave it and enjoy that. И однажды, когда найдешь такую работу, можно оставить ту и наслаждаться вот найденной вновь. Otherwise, if you don't have any job, you okay, but they will survive family. Как же быть вот ситуация, если ты можешь остаться без работы, тебе может быть это будет нормально, но твоей семье будет не очень хорошо. So if you have connection, you make family, you make child, you make wife, so you has to be responsible about them also. И если ты не один, ты создал семью, там родил детей, то тебе нужно быть ответственным за них тоже. Because you made family, it is your decision. Это твое было решение создать семью. And you have to be responsible about it. И тебе придется быть ответственным за это. So which day you are totally okay, they are can be own self, then you can do jumping unknown also. А в тот день, когда они уже вырастут и будут заботиться сами о себе, ты тогда можешь быть свободным и прыгнуть неизвестным. So look it. Смотри. When job is coming, search. Придет, and when you like which job, you get it, go for it. Найди ту, которая нравится, и тогда иди туда. And just accept it. Okay, when I can find, whenever happened, I can go. Просто прими. Вот когда ты не нашлась та самая работа, которая мне нравится, вот тогда я и оставлю старую. For jumping in unknown is very much need very very courage, fully courage. Чтобы прыгнуть в неизведанное, нужно иметь очень очень большую смелость. Full 100% courage. 100% смелости понадобится. Anything can happen, you don't know, unknown. Все что угодно может случиться, ты не знаешь что. And all we have fear about unknown. И у нас у всех есть страх неизвестного. Yes, sure, I say, if you have to go to unknown, jump. Да, вот я могу сказать, если ты хочешь идти в неизведанное, прыгай. And if you not fear, not afraid, you are ready, go in unknown, then jump also. Если нет этой смелости, то не иди, а если есть эта смелость, то прыгай. Then don't know what can happen. И никто не знает, что может произойти. Means unknown is unknown.
Неизведанное, оно неизведанное. And mind always afraid to go in unknown. И ум всегда боится этой неизвестности. But this also I say, whenever time, opportunity, any coming to jump or go in unknown, and if you have courage, jump. И я говорю, скажу, что когда бы вам не выпал шанс идти в неизведанное пробитие, but has to think about your surroundings. Если у вас достаточно смелости, но также нужно подумать и о близких. At this situation, also, you can understand. Maybe you leave this job and not have other job. Will be very difficult for life. В твоей ситуации нужно понимать, что вот найдешь ты работу или не найдешь, это может быть сложно для твоей семьи. So, look like this. Ну вот так. Both way is right, but you have to see. И то и другое хорошо, но тебе нужно посмотреть на это. If I'm ready to okay jump, go in unknown, maybe you finish. Maybe you can die. Maybe you don't have anything. Okay. Готов прыгнуть, если ты готов, у тебя достаточно смелости прыгнуть неизведанное и принять то, что все может случиться, включая твою смерть, и неизвестно, что вообще произойдет, то прыгай. But sometimes I just want to put you in unknown anyhow. Иногда такая ситуация складывается, то есть существование, оно. This happened to sometimes to people. They have job, suddenly job is finished. Помещает тебе в ситуацию неизвестности, например, у людей была работа и вдруг раз и не стало. Suddenly business is finished. И иногда раз и дело вдруг обвалилось. And they are totally unknown. И они совершенно вот такой ситуации неизвестности. And only has to accept that time. Yes, okay, however. I want to do it, I'm trying, but no happening, what to do? И просто очень важно принять эту ситуацию тут в тот момент и сделать все, что от себя зависит, и дальше уже как получится. So, just you look how your mind is ready for it. Смотри просто, насколько твой ум готов вот к этому. And if you're leaving job because you don't like job, maybe you get other job, maybe also don't like. И если вот ты просто уходишь с этой работы, потому что она тебе не нравится, может быть, следующая твоя работа, она тоже тебе не понравится. Like, I think all of you have job or business. Я думаю, вот у вас у всех какое-то дело есть или работа. Who like your job? Кто любит свою работу? Поднимите руку. Да, кто любит? Who like it, don't want to run away, don't want to finish. Not tired. Кто вот не устал, у кого вот нет такого, что ой, терпеть не могу работу. Few people has. То есть несколько людей. And few are many are like, don't like us. А остальные, кто сказал, что любит, тоже не всегда любит. Most percentage who don't like. И в основном здесь люди, которые не любят, которым не нравится. 20% people like, 80% don't like their job. Может быть, из 100 только 20% любят свою работу, а 80 нет. But mostly is like this. Вот так. Mostly это people don't like. Это нормально вот так в основном. Because you not get whatever you want. Потому что вы не всегда получаете то, что хотите. Very lucky if you get what you want. Это вы очень удачливы, если вы получили то, что действительно желали. This is job. Maybe this is also your wife. Это может касаться работы. Это также может касаться мужа или жены. You want wife will be like this, husband will be like that. Вы хотели, мечтали, чтобы у вас муж или жена были вот такие, вот такая. And when you get, а когда получили, это вообще совершенно другой человек. All your dreams is finished. Со всеми вашими мечтами покончено. And you say what I want, what I have, totally opposite I get. О, и вы внутри говорите, Боже, все, что хотел, совершенно ровным счетом наоборот получил. So try in our hand. We can try. Пробовать или пытаться получить то, что хотим, это в наших руках. And if you are, your energy is very concrete, very strong inside, then whatever you like, it will happen in start. И если ваша энергия достаточно сильна и мощная, вы действительно можете добиться того,
чего хотите. Or it is happening star, or whatever you have, you accept. Yes, I am ready for it. Totally right. Либо вот другое, когда вот что бы ни случилось, вы говорите, а я вот готов ко всему, что бы ни произошло, что бы ни получилось. So nobody get whatever you like. Это никто не получает только то, что он ему нравится. And it is also very good. И это тоже прекрасно. Would you not get whatever you like every time? Это очень здорово, как что нет у вас возможности получить всегда то, что вы хотите, то, что вам нравится. I think everybody, every woman want to be like a queen, every man like want to be king. Я думаю, что вот каждая девушка хочет, наверное, быть королевой, а каждый парень хочет быть королем. And if everybody queen and king, who will be normal people? И если все будут королями и королевами, то кто же тогда будет нормальными людьми? Everybody is queen and king, then very difficult. Кругом все королевы и короли, это очень сложно. Everybody want to be president, then president can be one. Все хотят стать президентом, но в жизни президент один всего. But when you see president, as you see the Putin. Это вот, посмотрите на Путина. Wish coming, I want to be like him. И вы, глядя на него, думаете, а я вот хочу быть как он. He is really man. Он действительно настоящий мужик. He doing very best. Он поступает и делает все как надо. Но everybody can. Но все же не могут стать Путиным. Putin only will be one. А Путин будет только один. So, but everybody has this wish. Но у каждого внутри как бы есть вот это желание. So, but I like Putin become Putin. He has also wish, and one day his wish is fulfilled. Но у Путина тоже было это желание, да, и в один день оно свершилось. So slowly, slowly meditation makes you acceptance. А медитация вот потихонечку, потихонечку приучает вас принимать. I try my best, whatever result come, up to you. Я сделаю все, что зависит от меня и лучшим образом, а вот какой бы результат ни пришел, я его приму. So you do, just search, you see, whatever. Ну, так что поищи, посмотри и увидишь, что случится. Нужно ли искать свое предназначение, если не видишь его очевидно? И как найти? Извиняюсь, я не слышала. Можно повторить? Да. Нужно ли искать свое предназначение, если не видишь его сейчас очевидно? И как найти? Okay, it's about the meaning of her own life. Should she search it? Because she doesn't know the meaning of her life for the moment. Why she is here, what she should has to do, like this. Is it need to search it, and how to do this? You asking it is need to search. Ты спрашиваешь, нужно ли искать, да, предназначение? It is need or not need, you anyhow searching. Нужно это или не нужно, ты все равно ищешь. Everybody searching to get something. Все что-то ищут в этом мире. Whole а конкретнее? Весь. Whole world searching. She said, okay, there is more. It's computer search. Suddenly, she So this thing, everybody is searching. Вот в этом смысле все абсолютно здесь находящиеся на земле ищут. And searching one thing. Ищут только одно. Searching one thing is ананда, joy. Ищут ананда или блаженство, радости. You want to get the joy. Вам хочется получить это счастье. Because joy, love makes you satisfied. Потому что только счастье и любовь делают вас удовлетворенными. And really, you came in this life to be joyful. И в действительности на эту землю вы пришли только для того, чтобы радоваться. And you searching joy. И вы его ищете.
But somehow everybody is searching in wrong direction. Но вот как-то так случилось, что все ищут меня в верном, не в правильном направлении. Somebody know, okay, I get money, I will be joyful. Кто-то думает, ага, я заработаю денег, и тогда я буду счастлив. Maybe you don't have money, you thinking money I get will be joy. И другой, вот у кого-то нет денег, и думает он себе, что вот он заработает деньги, и они его сделают счастливым. And who has money, millionaires, ask them, they also not joyful. Но ты спросил у миллионеров, у которых огромное количество денег, они тоже не довольны. Somebody who don't have woman, man, thinking I get man, I will be joyful. А те, кто сейчас одинок, и они размышляют о том, что вот найду себе пару, и тогда буду счастливым. And ask them who has woman. Ну вот, спроси у тех, у кого есть пара. They want to run away. Они хотят удрать вообще из этих отношений. They say, do I with this woman, do I with this man, no possible. Это значит что? Это значит, что ни женщина, ни партнер какой-либо не может вам принести счастье. Joy with my wife? Impossible. Счастье с моей женой? Да невозможно. Joy with this husband? Вот с этим мужем счастлива. Я везде счастлива, кроме как с ним. So who don't have man, woman, they thinking, man is very good. А кто одинок сейчас, они думают, жениться то или нет. If I get man, I will be very joyful. Если я найду правильного мужчину, вот тогда я буду счастлива. So whatever you don't have, you thinking, if I get this, I will be joyful. Поэтому в этой жизни, что бы у вас вот не было, вы думаете, что если вы это получите, тогда будете радостны. Who don't have car, they thinking, if I get car, he has car, but I have car, then I will be okay. И у тех, у кого нет машины, они думают, что через машину станут довольными. So, means you looking wrong direction. Это значит, что вы смотрите в неверном направлении. You looking outside. Вы смотрите наружу. Maybe I get this, maybe I get this, maybe I get this. Вокруг, как бы говоря, что вот может это у меня будет, и вот это и тогда. And when you coming to master, who knows the joy, когда вы приходите к мастеру, который знает настоящее счастье, кто и есть счастье, he say you looking wrong, you look here. Это тоже, он скажет, вы неверно направление смотрите, смотрите. Go вот in your heart. Идите в свое сердце. Heart is full of joy. Вот сердце, оно переполнено наслаждением. And then when you get joy by yourself, by itself, then you know I have joy, I have love. Получите вот это наслаждение, достигнете его в себе самом или в себе самой, вот тогда вы скажете, у меня же есть счастье. When people doing meditation, suddenly they will be joyful, loving, and they don't know why I'm so loving now, why I'm so good now. И когда люди начинают практиковать и медитировать, они вдруг обнаруживают, что они могут быть счастливыми и любящими без какой-либо причины, начинают задавать себе вопрос, а почему я так радостна? Then you understand, love in me, joy in me. И начинают потихоньку понимать, что радость-то во мне. I just close eyes, looking inside and become good. Я просто сажусь, закрываю глаза, смотрю вовнутрь, и мне хорошо. So, and this is want. И вот это и есть вот это желание. Okay, you do your things. But priority be with you. Да, мы делаем какие-то вещи, но приоритет это быть с собой. And only your love, your joy makes you satisfaction. И только ваша собственная любовь и ваша радость внутренняя дает вам глубокое удовлетворение в этой жизни. You know it. Вы знаете жизнь. Sometimes when you in very loving mood. Когда вы в очень любящем настроении. Anybody come very good, no come also enjoy. Кто-то с вами хорошо, но если вы одни, тоже замечательно. When you're loving mood, maybe in very small room you have, but you say, okay, very good. No need palace. Даже если вы в какой-то маленькой комнатке, но переполнены вот любовью, вам так хорошо, не нужен никакой дворец. But when you're in mind, но когда вы в уме, no love, и без любви, then want more and more and more. Тогда бесконечное множество желаний, хочется больше, больше и больше. Mind never stop. Ум никогда не остановится. He always say more. Он все время говорит больше.
$1,000 have, 1 to 10,000. 10,000, 100,000. 100,000, millionaires. Always he go more. $1,000 у него есть, он хочет 10. $10,000 есть, хочет миллион. Миллион есть, хочет много миллионов. И это бесконечно. This is mind nature. Это природа ума. He never satisfied. Он никогда не доволен. Even he will be full of power of whole world. Даже если он станет королем всей этой земли, мира. But he never will be satisfied. Он никогда не останется доволен. So only satisfaction when you come back in your center. Глубокое удовлетворение вы получаете только когда возвращаетесь в свой собственный центр. Relaxed, then okay. Расслабленный, и вот тогда все хорошо. One master was Kabira. Один мастер был Кабира. Often he sing. И часто он пел. So he sing. I like these two lines very much. Мне нравятся вот эти две строчки, которые он пел очень. And he was like 500 years before. Это было 500 лет назад. So he that time no car, no bikes. И тогда не было ни велосипедов, ни автомобилей. Mostly people have. How many horse you have? How many elephant you have? В основном богатство людей измерялось по количеству лошадей или там слонов. So they counting like this king, this person has 10 horse, rich man. 100 horse, very rich man. И считал, что вот 10, если лошадей у кого-то он богат, у кого-то 100, он очень богат. So how many horse, elephant, cow, animals you have? You are more counting like you are how much rich. И вот чем больше у тебя коров, слонов или других животных, ты считался таким богатым. Like now how many cars you have, how many houses you have, property. Также вот считаем мы машины и дома. Да? So he said, Godhan, Gajdhan, Bajidhan. Dhan means wealth. If have cow, if has how many horse, how many elephant. Сколько бы у тебя не было коров, лошадей или слонов. Even you have diamonds of diamonds. Даже если ты бесчисленное множество бриллиантов имеешь. And he said, this all wealth is nothing when you have satisfaction in wealth. Это ничего не значит по сравнению с той внутренней удовлетворенностью, которая есть внутри. When you coming in heart, coming in center, very satisfied. Когда ты приходишь, very good, also have very good. В собственное сердце, в собственный центр, тогда оттуда тебе все равно, есть у тебя что-то или нет. So he said, whenever your in you satisfaction come, this all wealth like a nothing. И когда бы ни пришло вот это глубинное самоудовлетворение внутреннее, все внешние ценности, они совершенно внешние. Но люди думают наоборот, если у них вот будет что-то, такая вещь или другая. But it is totally opposite. Они будут довольны, но это совершенно точно что-то наоборот. You get satisfaction, then you don't need anything. А мастер говорит другое. Если вы получите это внутреннее удовлетворение, вам ничего не нужно будет. And for satisfaction, no need to do. Just be here, just be relaxed, just be present. А чтобы его получить, не нужно ничего делать. Нужно просто быть здесь и сейчас. And then whatever you have will be right, will be enough. И все, чтобы не было у вас много или мало, оно будет правильно. So for life. I said two aim is life. И для жизни, вот в жизни я говорю, есть две цели. Existence sent you here. Существование прислало вас сюда. Give you human body. Дал вам это человеческое тело. Mind. Ум. And he said, go now. И сказал. I give you few years. И вот иди сюда, я тебе даю несколько десятков лет. And I made very beautiful planet. И придумал для себя прекрасную планету. Beautiful people, beautiful animals, beautiful nature. Прекрасную природу, животных создал, деревья. And go and enjoy. Иди и наслаждайся. Enjoy you, enjoy all of them.
Ты наслаждайся и собой, и окружением. So really he sent you to enjoy this life. И в действительности оно прислало сюда вас для того, чтобы наслаждаться. And it is really, you don't know how long you are here. И это действительно так. Ты же не знаешь, сколько ты здесь проживешь. Maybe 5 years more, maybe 10 years more, maybe 20-30. Может быть, 5 лет еще, да, или 10 осталось, может быть, 30 там или сколько-то. Where are you sitting under this 10 pupil? Dead pupil is there. Вот то место, где ты сидишь, там под ним уже 10 мертвецов закопано, точно, каждый из вас. You cannot count how many people came and died. Вы не можете даже сосчитать, сколько на эту планету, на этой планете родилось людей, сколько умерло уже. So where we sit under 10 people, graveyard is there. Вот в том месте, где мы сидим, под нами еще 10 человек закопано уже мертвых. So we also will be one day go somebody put us in mud. И в один день нас тоже так же закопают. Few years we have, enjoy. Сколько-то лет у нас есть, наслаждайтесь. So he send you here. Вот для чего существование нас сюда прислало. But we become very serious. We have to do something. We have to make something. We have to get something. Начиная вот нам нужно что-то делать, нам чего-то нужно добиться, нам что-то нужно заиметь. Really? No. Just if satisfied, then anything coming very good. Know anything, then answer it. Но если вы довольны собой, да, глубоко, то вам все равно, что-то придет хорошо. Then this question comes. Вот тогда это счастье внутри. You go with you, you will be joyful, then everything joyful. Если вы будете оставаться с самим собой, тогда вы будете счастливы, и все вокруг будут также радостны. When you good mood, loving mood, then everything good. И если вы в таком любящем, прекрасном настроении, тогда все выглядит таким красивым. Then people looking, everybody looks more joyful, more good. И все люди выглядят такими приятными, замечательными. When you are bad, everybody get bad, everything bad. Когда вам хорошо, don't like to see anybody. В плохом настроении тогда все, вы никого не хотите видеть, и все такие страшные. And meditation makes you better, good and good. И медитация, она делает вас все лучше и лучше. And then you get that, why I am here? И вот тогда вы получите ответ на вопрос, зачем я здесь. Only you came here to be in love, be in joy. И вы сюда пришли для того, чтобы быть в радости и в любви. When you have love, you are near to God. Если вы в любви, вы очень близко к Богу. Because love is God. Потому что любовь и есть Бог. Joy is existence. Радость – это существование. Existence don't like serious people. Существование не нравятся очень серьезные люди. Very long face. Такие вот такое вытянутое лицо. Serious. Очень серьезные брови. Want to get something, want to do something. Те, которые хотят что-то сделать, что-то достичь, получить. Existence is playful. He likes playful people. Существование, оно игривое само по себе, ему нравятся игривые люди. So, just I say answer, do meditation, but playful. И я говорю, да, практикуйте медитацию, но как-то попроще, повеселее. My whole life will be play. Вот так, словно бы всю жизнь, вся жизнь это игра. When you're doing anything playful, very light, very high. Когда вы делаете что-либо легко, игриво, все очень радостно, светло. No anything important here. Ничего такого уж важного здесь нет. Whatever you make, whatever you gain, whatever you get, one day finish. Все, что бы вы ни получили, чего бы ни добились в этой жизни, чего бы ни заработали, однажды этого не станет. You have husband, one day will be finished. You have money, one day will be finished. You have family, one day will be finished. Все, и муж, и семья, и деньги в один день этого не станет. Only your joy, your love, your light go with you. Только ваша радость, ваша любовь и ваш свет останутся с вами и пойдут с вами. Light give you enjoy here, and light go with you and enjoy there. Свет дает вам радость здесь, и он останется с вами и после смерти. So joy is real wealth. И радость – это действительная ценность. Real property.
Самое главное и важное – собственность. Love is real property. Любовь – это истинная, истинная собственность. As much as love you have, as much as you are richer. Вот чем больше у вас любви, тем вы богаче. I say, who don't have love in life, I say, he is the poorest person. Или, he is millionaires, but he don't have love. И я говорю, что тот из вас, тот человек, у которого меньше всего любви в этой жизни, он самый бедный и беднейший человек в этом мире. Mostly happened if. Ну так, а даже если миллионеры, иногда так бывает. Who are millionaires? Вот они самые такие властные люди, да, или богатые, богатейшие. Many times they don't have love. У них очень часто не бывает любви. They showing, I have millionaires, yeah. I have this power, они I am this big. Он, я вот такой весь богатый, все меня слушают, власти у меня немерено. This is just ego trip. Это просто игры эго. Love is real. А любовь – это нечто настоящее. And if you have love, so you have everything. И если у вас есть любовь, тогда у вас есть все. So, just we came to be in love. И мы пришли сюда, чтобы быть в любви. Now Jesus said, love is God. И Иисус говорил, любовь – это Бог. He not say God is love. Он не говорил, что Бог – это любовь. He say, if you have love, you have God already. И он говорит, что если у тебя есть любовь, у тебя уже все, Бог есть. Very good thing he said. Очень хорошая вещь он говорит. Some masters saying God is love, but he said love is God. Какие-то мастера говорили, Бог – это любовь, а он говорил наоборот, любовь – это и есть Бог. He said, God, you don't know where he lives. Он говорил, что Бог, ну, неизвестно, кто это, где он живет. You cannot find him. И не можете его найти. But love you can find. Но любовь вы можете найти. In love you can be. А в любви вы можете находиться, жить. If you in love, you enjoy, existence is coming. Если вы в любви и в радости, существование естественно приходит к вам. Existence look who is the most joyful person. Существование ищет, вот где тот самый наслаждающийся и радостный человек. And you very joyful, he just showering on you. И ну, видит, что вы счастливы, оно просто изливается на вас. When you sad, he don't want to come. А когда вы грустны, оно не хочет приходить. Because you also know when you see anybody sad person, you want to run away. Потому что вы знаете, да, если вы видите какого-то печального человека, вы хотите обойти его стороной, убежать. When you see any joy loving person, want to be with him. А если видите какого-то любящего, улыбающегося человека, хотите к нему поближе быть. Love is our nature. Потому что любовь – это наша природа. We are love. Мы и есть любовь. But just we forget, we are far, because we are in ego, we are in mind. Но мы забыли об этом, и мы далеко от этого, потому что играем в игры эго. Because mind takes you away from love. И именно ум забирает нас от любви. So, come back. Возвращайтесь. Be with you. Будьте с собой. Look your inside, and your heart is open, you start. Смотрите вовнутрь себя, и ваше сердце начнет раскрываться. Heart is open, and then you feel joy and love is there. Открытое сердце всегда чувствует радость и любовь. Then slowly, slowly your joy become more and more, and one day you will be ocean of the joy. И потихонечку, момент за моментом, эта любовь будет возрастать и превратиться в океан любви. You say, I have everything. И вы скажете, да, у меня есть все. All the time showering. Постоянно вот это души любви будет. Blessings showering. Блаженство будет изливаться на вас. You are say yes. Now I am fully satisfied. И вы скажете однажды, да, вот сейчас я полностью доволен. So this I say, this is you have, but just you have to recognize it. И я говорю, что это есть у вас уже, вам только нужно это обнаружить. А если не получается, то начинайте медитировать, и вы очень скоро начнете ощущать это. So main thing is love or joy. Главное – это любовь и радость. And everybody want.
то, что хочет каждый. Because this is our nature. Потому что это наше естество. Whenever you in love, you very okay, perfect. Nothing need anything. Когда бы вы не были в любви, все, вам больше ничего не нужно, вы совершенны. Even when you full of love, you no need God also. И если вы переполнены любовью, вам даже и Бог не нужен. Already, already almost you look like a God. Потому что вы уже чувствуете и выглядите как почти уже Бог. And love is God. Потому что любовь – это Бог. Love is everything. Любовь – это все. Joy is everything. И наслаждение – это все. So, enjoy the life. Наслаждайтесь жизнью. And one day this question come to you, and then one day this answer will happen. И вот однажды этот вопрос явно придет к вам, и однажды получите ответ на него. Then you are satisfied. И тогда вы полностью удовлетворены. So, okay, we finish now. Ну что, теперь заканчиваем. Yes. Скажи, если во время медитации в теле чувствуется боль какая-то, как бы дальше быть с этим, например, в груди или... While the meditation, sometimes I feel the pain in the body, in the chest, in the belly, or somewhere else. And she said also after meditation, for her, what to do in this? And also when I put attention to my heart, I feel pressure, strong pressure. I don't know what to do with it. Because our energy is stuck. Я говорила о том, что наша энергия заблокирована, застряла. And when energy is blocked, and when meditation wakes your energy wake up, and energy want to flow. И в медитации ваша энергия пробуждается, а пробужденная энергия хочет двигаться. So sure, pain happens. Конечно же, будет боль. Pain means this part, energy is your block. Где бы ни было боль, значит, в этой части энергия заблокирована, застряла. Just watch it. Наблюдай. No need to do, just pain is happening, okay, watch. Не нужно ничего делать, если вот здесь больно, просто наблюдай. And then after some time, when time coming, this energy is released. И через какое-то время придет, эта энергия высвободится. As energy is released, you feel more light, more light. Less weight. И как только это произойдет, вы почувствуете даже словно ваше тело легче стало. Pain will comes in whole body and many some parts. Во всем теле, в разных его частях будет возникать боль. Many time pain happened here in the forehead. Много раз вот здесь вот тоже боль возникает. The hair we repressed very much thoughts. Потому что здесь у нас вот зарепрессированы, подавленные мысли. Many thoughts we have which we don't do, but repressed here. Мы как бы много мыслей у нас возникало, за которыми не следовали, но вот здесь их. In throat pain come because we want to talk, we want to say something and cannot say. Здесь в горле многие слова застряли, которые высказаны. In heart we want to have love, we want to share, we want to give. But cannot give, so depressed. В сердце мы очень много раз хотели выразить нашу любовь, поделиться, но не случалось, подавляли, и поэтому боль. Mostly these three parts, head, heart, and belly, more pain. Эти три части, голова, сердце и боль. Because these three centers has to be clean. Живот, извините, потому что все эти центры должны быть очиститься. Very much repressed. Они очень подавлены, в них очень много энергии. And when these three centers is clear your energy, then your energy coming in flow. И как только Psyche. Энергия в этих центрах очищена, ваша энергия замыкается в круг. And these three centers is clear your energy flowing continuous, then your energy become round like a circle. И энергия начинает строиться вот по этому замкнутому кругу в вашем теле. And suddenly you out of these three, you become fourth. И вы вдруг выходите за пределы этих трех центров, вы становитесь четвертым. This fourth is witness. И это и есть наблюдатель. You are out of body. И вы за пределы выходите тела. And the body is very good, joyful, and no pain. But pain will come. И тогда не будет никакой ни боли, ничего, будет очень радостно. Но у тела есть боль. Because our energy much is blocked. Потому что наша энергия слишком заблокирована, застряла. Block means repressed.
Блок это значит что-то подавленное. Meditation clean your mind, clean your heart, clean your body. И медитация будет очищать потихоньку ваш ум, ваше сердце, ваше тело. Only this is process. Conscious, for consciousness, no need to do anything. Вот только этот процесс. Для осознанности, для сознания ничего не нужно делать. Meditation doing only clean your body, clean your heart, feelings, clean your mind. А медитация, она просто, нужно только вот медитировать и очищать ум, тело, эмоции. When these three clean, you feel energy. You are the energy, you are the consciousness. И когда эти три будут очищены и струиться, вы почувствуете, что вы не это. So when pain coming means, okay, something working, work is happening. Если боль приходит, да, знайте, что это какая-то работа происходит. Many times happen when you do meditation, more pain happens. Много раз случается так, что когда вы медитировать начинаете, еще больше даже боли приходит. Before meditation, maybe nothing feels like this. Пока не медитировали, у вас ничего не болело, а тут начали и... Because in meditation, when you do, your energy wake up, and this energy want to work. Потому что именно в практике ваша энергия пробуждается больше, и, соответственно, боль может чувствоваться. So this is process, cleaning process. Процесс очищения. It is cleaning here. И вот таким образом мы очищаемся. Okay.